Вот я проехал по дороге из Потеряевки. Дорога вон куда идет, к Тине. Вон туда, где кусты, кажется, мимо проезжал. Это Игорь в другом месте решил брать глину. Для того, чтобы зерноток свой правильно сделать. И вот он прямо по своему полю. Сколько он тут подмял? 0,5 гектара, не меньше, гороху. И тут глина лучше. Вот он бульдозер пригнал свой. По-моему, свой это его был, направил. Дальше машина стоит. Вот, Бог помощь вам. Кое-как нашел вас. Слава тебе, Господи. Тут настоящая глина. Что придумали, пошло. Ну вот и вот. Вот наполняет. Это старший сын Терентий. Вот она, кажется. Проложил дорогу. Все Игорева техника. Вот он. Заезжает. Тут потоптали горошку, конечно. Но она больше, наверное, 10 метров тут гора. Силосные ямы делали когда-то. Ну и вот сюда вытаскивали все. Глину-то это. Да такие трактора-то были вот такие же. Вот я не могу залезть, еще залажу. Залез сверху. А вот они, ямы. Яма силосная. Одна яма, вторая. Вот две кучи. Ого-го! Высота какая! Это он обработал горох свой, нынче немного гороха. Потеряю. Алексей. Сарай. Какие облака.
Вот так, один человек. Это Ерема. Скоро 17 лет, наверное, будет. С 12 лет водит машины все. Грузят вот эти два. А там рядом железная дорога. Крамонова. Все рядом. Я сейчас стараюсь здесь слезть, вот так вот, вот здесь пройти по гребню, и внизу ее стоит. Я не... Ой, упал. Скользкие у меня еще, тут нора опять какая-то. Можно подвернуть и ногу сломать. Я пытаюсь пройти краешком, как бы не обвалилось это под ноги под гусеницы. Хочу залезть с другой стороны. Ерема подошел. Ерема! Ерема! Опасно, смотри, по голове ударит. Так. А, тут норы, да, свежие норы, борсущие, вот они. Борсущие норы. Ну, да сколько их отростов-то. И вот еще нора туда заходит. Ну, это борсущее семейство живет тут. Вот я слез. Слез, чтобы подойти к силосным ямам посмотреть. Вот тут трактор ходил, выносил. А потом туда лошадь спускали. Она утаптала силос. То есть дробленая кукуруза. Вот кто-то в Потеряевске довез вон куда. И все. Бросил диван. А вот рядом оно. Траншею. Вот про это Алексей говорил. Не хотят свалку здесь рядом только бросить. Но такую даль-то. Почему бросили далеко? И теперь уже другим нельзя подъехать. Такие огромные ямы были. Огромные. Ну, края обрушились. Это уже Потеряевская. Набросали тут. Вот так. Вон оно, в чем дело-то, в чем дело заключается. Вот с этой стороны посмотреть, как выглядит работа. Вон пошла машина, повезла. Глину там высыпят, разровняют, утопчут. И делать у него нынче дальше не идет, как с соломой перемешать глину, верхний слой, и укатать машинами. Ни щебня, ни этого еще, щебень и асфальт, это и в миллион еще обошлось бы. Вот второе, какая она широкая. Это. Силосная яма. Вторая. И вторая силосная яма, вот от нее холм. А то от первой, назовем так. Вот, значит, трудиться. Это не коммерция какая-то. А то, говорят, придумали, что. За что, ни что, ни про что. Барыжничать. Прежней Потеряевки, говорит, не будет тогда, а барыжная Потеряевка будет. Ну, как мне отвечают на то, что у нас тут идут разговоры. Ну, запылил. Далеко. Вот он как едет, походу. Тут я думаю, можно будет посмотреть, где ему. Я лажу везде. Здесь тоже норы большие, огромные норы.
Просто огромная. Человек может туда головой сунуться. Вот я на вторую залез. Уже не со стороны, как солнце. Слабенький там ходок. Вот грузит. А как он разгружал? Теренкий кончил университет, Алтайский государственный технический большой университет, 20 тысяч студентов было. Из 18 стран присылают сюда учиться. И Рёма учится на кого-то тоже вроде бы. Вот я на том как раз иду к камню. Вот считайте, какой трактор, высота. Барабаш, он работник. Староста нашей деревни. Со всеми у него мир. Враги какие были, рассыпались, никого нету. Вот она дорожка идет. Вот это Колощик. Кажется, Мироновский называется. Мироновский. Да, вот здесь остается с той стороны. Дорога уходит. Никому не нужный холм стоял здесь. И сколько он стоял? Ну, 50 лет примерно. В 1972 году Потеряевка исчезла. А тогда-то тут исчезло было. Я как раз в школе учился, 10 класс, и работал здесь, и ямы все росли, и таптывали. Ну вот эта свалка, где валит. Кур считается как-то, как переводится, не знаю. Вот он его ему ковырял. Все было испортили технику. Потом. А тут вот сейчас берет уже размолотое.
Да. Вот она так дорога идет. Поворачивает дальше. И пошел. Вон там, видать, более белая. Сейчас я поеду. Да, на велосипеде. Поснимал я тут. А вот тут, где желтый, он пустой. Там была пасека когда-то. Мама моя работала с Аристотелем Ксенией Михайловной. А тут вот пруд сделанный, у нас называется Южный, вот за этими кустами. Смородина растет, черемуха. Вот как все так. Думаю опускаться. Какие облака, вот посмотрите. В городе разве увидишь? До горизонта. До горизонта. А вон красненькая крыша, а та лешина крыша. Что-то хватит, полностью нагружен. Перевинтик. Не горюешь. Вокруг дорогу положили. Еще это взяли в оборот. Так скажем, на втором камне деревья вырастут в этой яме. Полстали какая-то липа или что-то другое. Приехал, ничего не было. Начал с одной коровы, с одной овечки, с одной курицы, с одного, кажется, ребенка. А Лена, Елена Анатольевна, жена, как бы за завуча здесь.
Лунка потит уже. Верю. Теперь 17 лет. Совсем большой парень. Лет машину водит все, вот деревня. Это не что-то там другое. Сельское хозяйство и коров больше всех работают. Когда он спит, неизвестно. Ничего ворованного нет, как пишет Некрасов. В сундуках у тебя Богом все подарили. Здесь. Вот теперь посмотрим, как они там встретятся. Где-то встреча друг друга. Работают, все в храм идут, православные, не американцы бесноватые, которые бывают тут, истинно православные. Еще на стройкратном полном погружении. Тут же служит митрополит алтайский, приезжает. Дивного человека Бог дал нам здесь, я говорю по митрополите. Сергий Иванникове, алтайский, барнаульский. Это за прошлое наше мучение. Вот смотрите, облака. Бог дал такого архиерея. Приезжает на день деревни. Это где-то бывает в начале июня или в конце мая. И 16 сентября престольный праздник. В честь святого Анфима Никомедийского. В 302 году умученный епископ. 32 тысячи прихожан, все взошли на небо, все были сожжены. Вот теперь этот приходит, разворачивает дорогу настоящую, проложили сюда. Тут не было никакой дороги, даже стежки. Ни на что не смотрят. Пробили дорогу. Я-то нашел их по дороге. Вот так прямо едет. Так, его груздеть надо. Отец, борода побелела у Игоря целиком, по сторонам. Заботы сколько он. Бежит по грузчику. Там бросил сюда. Вот так работали раньше, так Россия стояла. Это сейчас единицы где. Никого на ней не нанимает, сам все делает. Вот хорошо с холма-то видать. Грызет гору глины. Теперь грузит. О, как точно подъехал.
Ну понятно, все, грузит. А вот, видать, и потеряет. А вот этот вот домик, вот поперек стоит. Это Володин, бывший калашников. А дальше там это первый, там матушка. А там во дворе у него Иосиф строился. Иосиф от первый дом называют так. Ну все. Как будто все вам рассказал. Просит показать, как работают. Вот и смотрите, как работают. Спать надо меньше, молиться больше. Поехал домой. Вот они тут вываливают. Я маленько припоздал. Бульдозер пригнали. Фермы делают братья. Вот у него вот стоят все. Откуда чего. А там все поездит, оказывается. Вот так. Эту технику пригнал Ерему. Вот так. Насколько еще подняли. Вот такие куши. Я туда ездил, а сейчас пришел сюда. Укатал ток. Ну, хочет пока как саманное сделать. Вот он здесь вывалил как раз. Значит, еще будет колупать. Дождик пошел. На камеру-то пойдет как. Там комбайн у него стоит. Трактор не выключает, видать, выключили. Не включили.